А уже в это воскресенье в 9 вечера на 31-м канале стартует грандиозный проект «I'm Singer Kazakhstan». Участники из разных стран сейчас активно репетируют с лайв-бендом, ведь петь они будут только вживую. Кстати, в международном талант-шоу ценные призы смогут получить еще и телезрители. Ардак Камал с подробностями. Только под веселые ритмы участникам проекта «I'm a Singer» удается расслабиться. Многие в эти дни едва справляются с волнением, ведь уже в это воскресенье им предстоит показать, на что они способны. Конкурсант из Китая Ту Юн Фу, узнав, что прошел кастинг, так обрадовался, что упал со скейта и повредил ногу. Но это не остановило его. Я уже 10 лет выступаю на сцене, но в таком масштабном проекте участвую впервые. Мой главный фанат – маленький сын в Китае. Семья постоянно смотрит 31 канал и ждет старта проекта. А стартует проект 24 сентября в 21:00. Международное талант-шоу наполнено невероятными сюрпризами не только для участников, но и для телезрителей. 31 канал объявил акцию «My Singer». Победитель выиграет новенький автомобиль Hyundai. Условия просты. Нужно смотреть каждый выпуск шоу «I'm a Singer Kazakhstan», следить за обновлениями на сайте и в аккаунтах 31 канала. Каждую неделю там будут появляться конкурсные задания. Выполняйте их в указанный срок и выложите пост под хэштегом «Singer 31 до конца года. За каждое вовремя выполненное задание участник получит лотерейный билет, который будет участвовать в финальном розыгрыше автомобиля. Первое задание будет опубликовано уже завтра. Язык конкурса, он разный. Значит, песни исполняются на английском, на казахском, на башкирском, на татарском, на узбекском и на русском языках. То есть у нас такой вот он международный, межнациональный, такой объединяющий, атмосферный конкурс. Самая юная участница мега-шоу «I'm a Singer Kazakhstan» – 18-летняя Асылтас из Актау. Все участники старше, опытнее. Мне немного страшно, но я рада, что воплотила детскую мечту. Буду изо всех сил стараться, чтобы все удивлялись тому, что я такая молодая и такая талантливая. За победу в шоу поборются 10 участников из 6 стран. Технический партнер проекта – компания «Билайн». Отдать свой голос за народного любимца сможет каждый. Уже в это воскресенье начнется СМС-голосование. Для съемок на территорию павильона «Билайн» установил станции 4G и Wi-Fi зоны. С их помощью участники общаются со своими родными и призывают соотечественников болеть за них. И вы не пропустите главную премьеру осенью – шоу «I'm a Singer Kazakhstan». Ардак Камал, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.